Assalomu alaykum, matbuot anjumani ishtirokchilari. Mana bugungi matbuot anjumanimizning birinchi qismida Nasaf jamoasi, Navbahor jamoasining bosh murabbiyi Samvel Babayan ishtirok etyaptilar. Samvel, istarish avvalambor g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida o'zingizni fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Birinchidan hurmatli Navbahor ishqibozlarimizni tabriklayman shu g'alaba bilan. На самом деле игры с Насафом становятся украшением, причем не травмой. Это кубковая игра, первая игра в группе, или это важная игра в чемпионате. Потому что Насаф – команда, которая и сама играет хороший футбол, и дает соперникам. К счастью, сегодня мы показали, наверное, самую организованную игру с начала чемпионата. Можно сказать, что практически с первой до последней секунды контролировали ход матча. То ли это игра в обороне, то ли это игра в атаке. Благодарен парням, они проявили сегодня в высшей степени профессионализм, характер. Потому что приходилось очень много работать и в отборе мяча, и в быстрых атаках. Но в целом хочу сказать, что мы заслужили эту победу. Забили Джокич второй мяч. Был прекрасный выход. Мы, наверное, раньше бы закончили победой этот матч, и было бы меньше ажиотажа. Благодарен также Уткиру Юсупову, сегодня провел хороший матч. Еще раз подтвердив, что он лидер нашей национальной сборной, что он лидер нашей команды. Вот. И всем не безразличным, те, кто реально за нас переживает, я хочу поблагодарить. Нелегкое время, скажем так, сложный сезон. Мы видим, что каждая команда может отбирать очки. Я благодарен тем людям, которые искренне верят в команду, искренне верят в тренерский штаб футболистов. Навбахор сегодня проявил все свои лучшие качества. Я думаю, заслужил победу. Спасибо. Navbahor uchun chempionat bahslarida chempion bo'lish osonroqmi, kubok bahslarida kubok olish? Manchi bo'yida osonroq birov o'yin bo'lmaydi, kubokda bo'ladimi yo chempionatda bo'ladimi. Ну, а вообще, если честно, если ты так немножко с иронией, учитывая жребий, я думаю, что победителю группы можно просто кубок отдать. Потому что финалисты кубка, прошлогодний полуфиналист Навбахор и Динамо в том числе. Поэтому серьезная группа, но мы не различаем игры чемпионата и кубка. Для нас все игры важны, но я думаю, что в этом году все игры будут сложны. Интервью-ларыңызда Игорь Голубин жамбуга керек дегенін, мудофада кемшіліктер бөле алып келгенсіз. Хош, бүгін мудофа қандай тәртіпте ойнады ма, кемшіліктер көзге ташланды ма? Ну, Игорь сыграл всего минут 20, по-моему, да, Игорь Антокен заменил. Игорь тоже сорвался. Сыграл всего 20 минут. Хочу сказать, что когда он присутствовал, конечно, оборона очень стройно выглядела на Сафа. Очень много было тактической борьбы. Вот, помимо всех перипетий, борьбы за мяч и прочее, очень много было сегодня тактики. Ну, Голман, я думаю, что сегодня важный футболист в обороне Насаф. Конечно, мы бы, конечно, хотели, чтобы он остался, но это его выбор. Уважаемый, прекрасный парень, хорошие человеческие отношения в любом случае сохранились, потому что он те 2,5 года, то, что я работал на Мангане, он очень много помогал команде, когда она выстраивалась. Ну, Игорь, желаю всего хорошего, но только не в матчах с Навбахором. Я не кинул слова, Махмад.